Георгий, я тебя просила белье повесить. Ты его повесил? Нет, мам, я его решил помиловать. Будешь спать? Нет. А? Нет. Ты что, хочешь, чтобы за тобой Путин пришел? Нет. Тогда Путин придет за тобой и заберет тебя. Нет. И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого? Нет. Спать будешь? Да. Ну все, тогда спать. Все, глаза закрой.